Спасибо огромное Федерации футбола и лично Андрею Павелко и Вадиму Косюченко за то отношение, уважение. Для меня это очень важно, потому что раньше я этого не видел. Первый раз, если честно, для меня, вот я увидел, что Федерация во мне заинтересована, то есть как в человеке, как в личности, который может помочь реально не Федерации, не детям по жизни. А я думаю, что это надо для развития нашего футбола, для развития детско-юношеского футбола, потому что хотелось бы, чтобы появлялись, хотелось бы, чтобы появлялись у нас таланты, которые пока я мало вижу, пока, да, почему-то, может быть, не хватает. Поэтому надо их, стараюсь часто ездить и показывать золотой мяч, показывать и говорить детям, что это все как бы реально, я был точно таким же мальчишкой, я мечтал, я хотел чего-то добиться и вот так вот по жизни добился. Для меня сейчас это очень важно. Поверьте мне, я вообще совершенно не зависим ни от кого человек, может быть, только от детей, да, своих зависим, да, а пришел сюда, потому что, души, да, сердца, потому что ты хочешь что-то сделать хорошее, полезное в нашем футболе. Я смотрю, какой стал Олег Плохин сейчас, тоже очень важно, потому что он почувствовал, что в него тоже верят. Да, и он может сделать тоже очень много хорошего, классного. У нас с Олегом школа своя в Винницкой области, да, мы пытаемся что-то сделать такое, да, ну, а если сейчас будет немножко поддержка, естественно, федерации, то действительно можно что-то очень полезное и хорошее в нашем футболі сделать. На меті ми мали і маємо проекти, пов'язані з розвитком футболу для дітей, для аматорів і також для ветеранів, але це в перспективі. На сьогоднішній день ми маємо деякі доробки з організації турніру Ігоря Біланова, створена Біланов Футбол Ліг. Я думаю, це вже відомий факт. Ми маємо зараз за підтримки Федерації футболу, сподіваємося, все вдасться, все буде гарно. Маємо обмаль часу, але будемо працювати. Ігор Іванович Біланова за те, що він згодився взяти на себе непросту нішу в хорошому плані. Ще раз проявити свою любовь к развитию футбола в нашей стране. И у нас в этом году стартует 13 апреля на НТК Банникова, на наших полях, штучным покрытием, всеукраинский турнир Игоря Ивановича Биланова. И приятно то, что в нашей стране с развитием инфраструктуры у нас будут появляться талантливые игроки, которые будут в дальнейшем юношеских, молодежных и, уверен, в национальных сборных защищать достойно честь нашей страны, как это получалось у легендарного игрока, обладателя золотого мяча Игоря Ивановича Біланова. Наш проект «Культур», який реалізовується за підтримки Пестицького дитячого фонду УНІСЕФ в Україні. І для нас велика честь дебютувати з вами, з володарем золотого мяча Ігорем Білановим. І тому не лише для нас, а й для всіх дітей, які візьмуть участь у цьому проєкті. Ми раді щиро вітати вас і запросити вас до участі у всеукраїнському турнірі Кубок на призові володаря золотого м'яча Ігоря Біланова. Дякуючи Ігорю Івановичу, його підтримці, ми будемо робити кроки не виключно в спортивній площині, ми будемо також готуємо певний блок інформаційний для того, щоб ознайомити наших молодих футболістів, наших діточок славетною історією українського футболу. То є насправді ключові наші досягнення, і діти мають про це знати. Запрошуємо дітей разом з батьками. Це буде свято, родинне свято футболу. Я думаю, що всі отримують задоволення. Ласкаво просимо. Чекаємо вас всіх на турнірі.